Доброго здоровья, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о золотом фонде Аюрведы, о масле, которое, с помощью которого можно быстро и эффективно бороться с любыми насморками, в том числе и аллергическими. Можно успокаивать себя, можно снимать головную боль. Сегодня мы поговорим о практической Аюрведе, о той, которой мы чувствуем после первого применения. Это не то средство, которое придется ждать очень долго для того, чтобы почувствовать эффект. И это капли Анутаил. Это капли, я долго считал, как чисто средством от насморка. Но потом, когда я ближе познакомился вообще с описанием этих капель, я убедился, что это просто препарат для болезней головы. И вот когда в свое время я лечил остеохондроз, то мой врач тоже мне назначил Анутаил. Анутаил, он улучшает зрение, он убирает хронические насморки, то есть он очень хорошо от мигреней. То есть это он дает через нос, дает вот сразу свою энергию нам в мозг. И хоть там кровеносных сосудов действительно нет, которые вот с носоглотки прямо ведут там к нам мозг, но эта энергия сама, вот тонкое вот воздействие, которое вот содержится в этом масле, оно прямо действует сразу тебе, вот, и человека проясняет, успокаивает, ну, знаете, вот как определенная подзарядка. То есть и что еще, то есть это одно из наших ворот, через которых мы принимаем и познаем этот мир, наше обоняние. И вот Аюрведа — это как раз та наука, которая говорит, что мы молоды, насколько вот молоды наши чувства, и в том числе обоняние. И для того, чтобы долго оставаться с молодыми чувствами, за ними надо ухаживать. И нос — это вот как один из тех органов, который нуждается в постоянном уходе. И в каком уходе? У кого нет возможности, например, Анутаил, то подойдет даже простое кунжутное масло. Но Аюрведа уже давно этому рецепту, не одна сотня лет, придумала, вот, разработала рецепт специально вот по уходу. Как и за носом, так же Анутаил применяется и при ушных проблемах. Ну, сегодня больше я акцент делаю вот на носе. Я сегодня расскажу, как проводить очистку. То есть Анутаил применяется, вот как по Аюрведе, это утром, когда мы чистим зубы. Вот смотрите, зубы мы уже все понимаем, что надо чистить, что вот надо ухаживать за ротовой полостью. Это тоже вот один из врат в этот мир, и через который вот мы воспринимаем, через вкус. И вот так же вот мы должны, после того, как мы почистили зубы, мы должны закапать нос. И тут вот мы получим не просто как смазку в тех отверстиях, которые у нас работают больше всего, понимаете? Тысячи литров воздуха вот каждые сутки проходят через эти два отверстия, и, соответственно, они пересыхают часто. И часто вот это является и причиной головной боли, и какой-то раздражительности, вот это, и каких-то страхов. То есть это меняет, вы понимаете, когда пересыхает в одном месте, эта сухость влияет на всю вот, на нашу голову. И вот тут вот надо воздействовать противоположным. Аюрведа — это наука о подобном и противоположном. И что противодействует сухости, это вот лучше всего это масло. Это не жидкость, это масло. И вот еще рекомендуется перед употреблением нагреть, вот, ну, хотя бы там до температуры тела, лучше чуть-чуть больше, то есть это будет еще больший эффект. Что мы вот принимаем еще, то есть мы принимаем как питательные вещества, потому что это 100 трав, сваренные в высококачественном кунжутном масле. И, ребят, ну это совсем недорогое средство, оно стоит где-то там порядка 60 гривен, то есть это доступно всем. Мы специально не поднимаем на вот такие вещи цену, потому что это часто для многих является воротами мира Аюрведы. То есть человек, который приобрел наш Анутаил, закапал, увидел эффект, он подумал, что сразу понял, что Аюрведа — это то, что работает. И я расскажу сегодня об очистке, как делать, если уже
вот уже серьезная проблема. Я вот часто общаюсь с людьми, вот узнаю, что некоторые по полгода они не слышат запаха. Говорит, да, я, говорит, не пойму, коронавирус, не коронавирус, я и так носом почти не дышу, вот запахом не чувствую. И на самом деле это проблема очень многих. И почему тут вот скапливается слизь? Вообще голова – это вот область воды, которая относится к капха-доше. И вот тут, как правило, вот такие болезни, то есть вот накопления. И вот если так вот особых проблем нету, то надо профилактически два раза в день по 2-3 капельки. Каждый там посмотрит так, чтобы оно не вытекало. Надо закинуть голову, вот, закапать, подышать глубоко в себя. И потом вот лишнее то, что вывелось, там высморкаться, все вот оно, вы посмотрите, как оно будет очищать. Вот что-то выходить будет так, то, что вот без этого не выходило. Ну, есть такие ситуации, когда ситуация, проблема запущена, и уже вот человек долго не дышит, и есть такой способ, как вот пробивать. И вот такая очистка, она рекомендуется два раза в год, даже независимо, если вообще проблем нету. Как перед этим надо разогреть вот всю свою ну, вот переднюю часть головы, и это лучше всего сделать двумя способами. То есть вот в разных клиниках Панчакармы, которых не довелось быть в Индии, делали это по-разному. В одной дышали, то есть тебя накрывали над кипящей кастрюлей на расстоянии, и ты вот дышал вот этими испарениями этих трав. А какие травы подойдут? Я думаю, подойдет, если туда чуть-чуть кинуть просто трифолы и дышать вот этим по чуть-чуть. Второй вариант – это берется, нагревается полотенце. То есть два полотенца, одно нагревается в горячей воде, второе ложится, человек лежит горизонтально, и ему ложится на лицо, так, чтобы мог дышать. Главное вот разогреть вот эту часть вот выше носа, вот, вот где вот собирается эта слизь. Потом вы, то есть, одно полотенце лежит, вы его потом меняете, то, которое нагревается, ложите на лицо, и вот так постепенно в течение 5 минут, хотя бы 5-10, лучше даже минут, вот лучше нагреть эту часть. После этого вы берете вот это масло, я покажу, вот как оно выглядит. То есть это вот такого цвета, желтенького, с небольшим красным оттенком масло, то есть оно в баночке такое, как красное. Вот, вы льете 5 капель, если так в качестве профилактики достаточно 2-3, тут вы льете 5 и можно и 7 капель, и к человеку, лежащему на спине, с закинутой головой. Он должен в себя это энергично так вдохнуть одной ноздрёй, потом второй ноздрёй, и лежать в таком положении. Вы, значит, продолжаете ему прогревать после этого, если это вот полотенцами. После этого выкапываете через пару минут, капаете еще по 5-7 капель в каждую ноздрю. После этого он делает резкие движения для того, чтобы они пошло как можно дальше. Он продолжает лежать. То есть вот так надо полежать хотя бы 10 минут после этого. И потом вот уже можно там заниматься, вставать, но заниматься своими делами не получится, потому что у половины, вот в моем случае было так, когда я первый раз чистил, то себя просто лилось, ты просто удивлялся, откуда столько слизи вообще в тебе может находиться вот в этой передней части головы. И потом, когда я вышел после этой процедуры, то это был Крым, это клиника Панчакармы в Евпатории, я вышел, я почувствовал запах, я почувствовал, как вот пахнут просто каждый отдельный цветок, мимо которого я прохожу. То есть, понимаете, вот ты действительно это чувство обостряется, то есть ты его очищаешь от всей этой гадости, которая там мешает нам воспринимать жизнь вот по полной, в здоровом смысле слова. Что еще? Также вот применяется, то есть мы должны понять, что вот это качество стабильности, качество смазки, вот смазку мы приносим вот всей голове, в том числе и коже головы. И вот, например, все вот омолаживающие процедуры в дорогих аюрведических клиниках, там, где не делают, там, где ничего не режут, а просто там массажами, травами, то есть вот омолаживают людей. Есть такая целый раздел расаяна в аюрведе.
то там вот оно таил применение обязательно. Оно питает, подтягивает нашу кожу изнутри. Оно вот убирает морщины, оно, вот, оно питает зрение, оно улучшает зрение. То есть, вы понимаете, то есть, вот как, когда мне первый раз рассказывали, говорят, вот все, что выше ключиц, это масло лечит. Это масло хорошо также и при ране седине, и при болезнях волос. То есть, вот оно питает вот, нашу голову, знаете, это как смазка для головы. Вот, все надо смазывать для того, чтобы оно долго работало. Так как сухость наступает не только потому, что мы дышим, а потому что мы, прежде всего, осушаем себя вот многими мыслями и потоком информации, и быстрым движением. Это все вот наносит именно, приносит какое-то определенное влияние на нас. И вот, как правило, это поднимается, эта стихия воздуха и эфира, которая имеет свойство... прежде всего сушать, основополагающее качество вата-доши, это она сухая. И вот бороться лучше всего, как я сказал, маслом. Так что, друзья, еще сейчас прочитаю, что пишут вот, из своего конспекта. Также вот при любых простудах, вот мы должны понять, то есть это как профилактическая мера, которая вот, оно имеет еще и бактерицидный эффект, вот это масло. И вот оно вот хорошо вот уничтожает вот такой вот фундамент для распространения всевозможных там болезненных микроорганизмов. То есть вот намного меньше человек вообще болеет простудами. Вот при слабости сосудов головного мозга, то есть если после каких-то вот критических болезней, как там нарушение мозгового кровообращения, то есть это тоже отличное средство. Вот, снимает воспаление. То есть, вот для юридистов скажу то, что оно уравновешивает все три доши. То есть, и вот при воспалении, при повышении питта-доши, вот оно тоже замечательно действует. Как и на вату-доши сухость, также успокаивает и питту. Ну, вот такие, друзья, дела. Всем рекомендую себе завести в ванной вот это масло. Скажите мне большое спасибо. То я скажу, что вот это, наверное, самый такой частый предмет, который есть, ну, наверное, еще с каплями для глаз, который есть у всех индийских граждан, которые уже там среднего достатка, которые применяют это как зубную пасту, и те, которые вот, когда приезжают у меня, когда останавливаются, анутаил это для ежедневного применения, анутаил это ваша подзарядка, это ваш определенный вот... такой инструмент перестройки даже сознания. Так что познакомьтесь с анутаилом и будьте здоровы, чтобы у вас никогда нигде ничего не болело.